Мы продолжаем наш концерт. Хотел бы коснуться очень интересной темы. Это тема гастролей Камчатского камерного оркестра. Впервые мы выехали за границу, это в 89 году. Поездка на тот момент носила такой туристический характер в своей основе, то есть мы приобретали туристические путевки, но при этом, взяв с собой музыкальные инструменты, знаю, что у нас будет несколько концертов. Вот. Один из концертов проходил в посольстве Российской Федерации в Чехии. Концерт в Марианских лазнях, куда оркестр переехал. Концерт в Русском доме, зал имени Дмитрия Шостаковича. Я хочу сказать, что те впечатления, которые были, конечно, они до сих пор вспоминаются и с большой теплотой, и они яркие, потому что это было на самом деле очень интересно, и нам было интересно показать искусство за рубежом, другому зрителю, другой публике. На тот момент оркестр в основе был, вернее, репертуар оркестра составлял репертуар ансамбля скрипачей. Это была основная программа концертная. Плюс было несколько произведений, которые мы играли уже в составе камерного оркестра. Так, к счастью, случилось, что Юрий Александрович смог объединить музыкантов-струнников в расширенный коллектив. Добавились альтовая группа, увеличилась виолончельная группа, были контрабасы. Вот. И таким образом оркестр представлял программу, состоящую из произведений, написанных для ансамбля скрипачей, и плюс произведения, написанные для камерного оркестра. Я вспоминаю выступление в Марианских лазнях, собор Святой Барбары. Кстати, сегодня наш оператор Александр будет показывать какие-то фотографии. Вы видите, мы возле церкви на ступеньках располагаемся. Это как раз было именно там. И впечатления были просто феерические от того, что, располагаясь на хорах, где размещался орган, мы играли Иоганна Кристиана Баха, Юрий Борисович солировал, играл вторую часть «Адажио». Мы играли по Сакалю Генделя, Валерий Павлович Тумило играл музыку. И тот момент, когда ты заканчиваешь играть, а звук до бесконечности устремляется в купол храма, и он не прекращается. Это просто это что-то такое невообразимое на самом деле. Я до сих пор вспоминаю, у меня мурашки по телу, потому что это какие-то совершенно незабываемые впечатления. Вспоминая художников, я хотел бы коснуться темы дня рождения. Так получилось, что в один день, а именно 30 января, родился заслуженный артист России Георгий Авакумов и заслуженный художник России Феликс Тебиев. Познакомились они в самолете, судьба их приземлила в Магадане, так как Камчатка не принимала. Вот. И там, продолжив более тесное общение и узнав, что у них день рождения в один день, это их сблизило, сдружило и впоследствии подружило художников и музыкантов. Мы хотим сейчас сыграть джазовый альбом Валерия Сапарова и посвятить его нашему другу Феликсу Тебиеву. Одна маленькая деталь. Здесь 5 произведений. Первая часть называется «Веселый ковбой». Это кантри.
Вторая пьеса называется «Юная леди», это джаз-вальс. Третья пьеса называется «Старое кино», это «Рэгтайм». Четвертая «Вечерняя мелодия», это блюз. И пятая часть – это «Буги-вуги».